Сиверском историко-краеведческом музее расцвели изящные лилии и прекрасные розы. 16 апреля открылась персональная выставка жительницы станицы Азовской Ольги Пехтеревой. В экспозиции под названием «Цветочный путь» представлены 32 работы художницы. На своих картинах Ольга Пехтерева передает красоту садовых и полевых цветов. Мне всегда нравилось писать цветы, особенно крупным планом. Мне хочется показать именно ту красоту, которая сразу незаметна с первого взгляда. Тычинки, какие-то маленькие тонкие нюансы, которые создала природа. Я как бы сама восхищаюсь цветами, мне нравится, я выращиваю в саду. Мне вот хочется на картинах тоже показать их. Самый любимый материал художницы – масло. Им написано большинство картин на выставке. Также в своих работах используют акварель и акрил. С его помощью получаются удивительные и причудливые картины в стиле флюид-арт. Но мой творческий путь начался уже достаточно взрослом возрасте. У меня тогда уже было трое детей. Маленькой дочке было полгодика всего. И я тогда поступила в колледж культуры. До этого я просто пришла в магазин и попросила, чтобы мне дали минимальный набор, чтобы попробовать живопись маслом. Я сделала несколько работ, потом поняла, что все-таки обучение нужно. Также Ольга Пехтерева – член Творческого союза художников России и Товарищества кубанских художников. Посетить выставку «Цветочный путь» может каждый желающий до 10 мая. Вход свободный.